Сочи – великолепный город, жаркий, еще такой жары не было. Надеемся, что будет хороший матч. Самое главное, важно, не мои индивидуальные какие-то завоевания, а завоевания клубные. Очень важно, потому что это титул. Чем больше титула, тем более значимый клуб. Это самое главное. Ну, каждый по-разному готовился. Урал тут вообще в Тереке не играл. Мы тоже кого-то меняли в нашем матче, который был с Рубином. Мы тоже многих игроков не полностью дали сыграть. Матч. Вот, повлияет, покажет матч завтра. Шанс есть, постараемся его использовать. Все, что я могу сказать.